Вот так выглядят позиции именного батальона «Ульянов» на передовой. Мы находимся буквально в 5-7 километрах от нее. Позывной Алиса. А почему? Потому что я с конца 80-х годов являюсь очень сильным поклонником группы Алиса и конкретно Константина Евгеньевича Пинчева. Украинские войска или натовские, скорее всего, иначе не назовешь, пытались скидывать и кассеты на них, и Воги-17, это беспилотников, и Шахиды. Одна машина даже подрывалась на мине. Слава богу, все живы.